Куда должны прилететь? В каньоне, в каньоне. Вот туда? Угу. Недалеко от речки. Речка одноименная тоже. Mm-hmm.
небольшой водопадик есть, чуть-чуть буквально. Замерзло почти все. Да. Самочувствие не ухудшилось? Да, вроде нет. Если захочешь, можно немножко вправо-лево пошататься. О, нет, лучше не надо. Все, я просто помогаю. Просто помогаю. Это по самочувствию. Здесь весной много орлов гнездятся. Ух ты, как круто, наверное, да. Для них тут хорошо. Касательно посадки, она проще, чем старт, нужно будет просто поднять ноги и держать вверх. Ага. Если скажу, то пару шагов сделать. Если ничего не скажу, так и держи вверх. Хорошо. Поднимай ножки вверх и держи. Пойдем к рулю. Отлично. Ух. Что скажешь? Здорово, немножко качал? Подкачало, да. Поздравления. Спасибо большое. Полет состоялся. Сижу, все здоровы.